Всем привет, я Григорий Малыгин. Я Екатерина Века. И сегодня мы отправляемся в самое неожиданное место Приморского края. К водопаду «Неожиданный». И с нами главный участник нашей команды Дея. Дея готова к погрузке. Пока-пока. Я всегда беру с собой теплые вещи, аптечку, спички и средства от клещей. Гриша расхваливает свой рюкзак. А я думаю, что это муляж, потому что я ни разу не видела, что он что-то из него доставал. Помчали! Мы отправляемся к Шкотовским водопадам. Это одно из популярных туристических мест Приморского края. Находятся водопады недалеко от поселка Шкотово. Но выезжать лучше рано утром, чтобы успеть налюбоваться красотой природы. Огромная белая глыба свисает над пропастью и просто поражает своей красотой. А также хвойный лес. Хочется наслаждаться природой часами. Совершенно неожиданно для нас водопад «Неожиданный» оказался замерзшим в это время года. Зато я могу стоять прямо посередине, в том месте, где обычно течет вода. Если вы так же, как и мы, начинаете свой маршрут из Владивостока, выбирайте объездную трассу, по ней вы очень быстро домчите до основной трассы на Находкинской, поворачивайте на перекрестке направо, двигайтесь в сторону Находки буквально минут 5 и оказываетесь уже на вот этом знаменитом перекрестке на Партизанскую трассу. И далее едете в сторону Новой Москвы. Но до Новой Москвы вы не доезжаете, ваш ориентир – это село Центральное. Мы еще даже не приехали, а Катя уже трапезничает. Потому что залог успешного похода – это сытый организм. Протяженность грунтовой дороги примерно 9 километров. Чтобы ее преодолеть, нужно выбрать лучше, конечно, внедорожник, ну, либо прогуляться пешком. Часть маршрута мы преодолели на автомобиле, но он справился с ситуацией с дорожной. Но впереди у нас вот такое препятствие в виде огромных луж. Поэтому отсюда мы начинаем уже пеший маршрут. Выпускаем зверя. Можно? Прежде чем спуститься на лесную тропу, где есть сухая трава, необходимо обработаться от клещей. Потому что в это время года они особенно активны. Мы начинаем наш пеший маршрут. Дышим свежим воздухом, по пути наслаждаемся видами, а летом здесь будет еще живописнее. Помчали! До водопада нам осталось идти несколько километров. Если вы все-таки выбрали пеший маршрут от основной дороги, тогда закладывайте на поход к неожиданному целый день. По дороге мы встречаем целую аллею березок белых, но также произрастают здесь и черные березы прямо из камней. И уже видно первую зеленую траву. Эй, догоняй! Такая у нас забава, снимать друг друга. Катя, ты кого снимаешь? Я тебя.
Понятно. А ты? Я березка. Мы вышли на северный склон, снег еще тает здесь, чувствуется недавнее присутствие зимы, также лед на лужах. Судя по всему, ночью здесь еще минусовая температура. Несмотря на то, что тут почти зима, жарко, хочется снять куртку. Делали так в детстве? Ну, весной подходы к водопаду выглядят примерно вот так. Решайте сами, на каком автомобиле сюда можно проехать. Ну, вы помните, да, какая собака была в начале пути? Вот. Да и тебе мойка днища требуется, в курсе? И мы наконец-то дошли до места, которое считается началом спуска к водопаду. Это огромная поляна. Ее сложно не заметить. На ней располагается несколько табличек. Раньше на деревьях, на их ветках было накручено очень много ленточек, пакетов. Ветки таким образом повреждаются, поэтому заботливые люди повесили это объявление. Ленточки все сняли, сейчас их нет. Давайте заботиться о природе. Водопад – это особо охраняемая природная территория, и сохранение чистоты здесь просто-напросто необходимо. Этим мы и займемся. Мусора хватает, пока это самое грязное место из тех, где мы были. Мусор забираем с собой. В межсезонье на тропе еще довольно-таки скользко. Здесь снег еще сохранился. Но на самом деле в каждом сезоне есть свои плюсы. Допустим, сейчас нет толп туристов, а летом очень много людей. От поляны необходимо спуститься буквально 50 метров вниз к речке и пройти немного вниз по течению. И мы уже слышим звук водопада. Пока здесь еще лежит на вершине снег, и есть вот такой разлом. Посмотрите, какой поток. Огромная белая глыба свисает над пропастью и просто поражает своей красотой. А также хвойный лес. Хочется наслаждаться природой часами. Есть два спуска. Один такой более экстремальный, и вы спускаетесь прямо сразу возле водопада. Второй, метров через 50, он более комфортный, это более комфортный участок, но там зато вы сразу увидите так называемые карандаши, это изюминка этого места. Мы вам их покажем. Вот он, экстремальный спуск по каменным глыбам, по веревкам, прямо к ручью. В принципе, подготовленному человеку можно здесь легко спуститься, но есть нюансы, такие как лед, пыль, и вот ссыпающиеся камешки, которым пройти, возможно, будет тяжеловато. А также нужна хорошая трекинговая обувь, правильно? Да! Но мы в ней, кстати. А также вот по пути на второй спуск есть хорошее место для привала. Очень гармонично смотрится, когда корни деревьев
окутывают эти глыбы каменные. Это все выглядит потрясающе. Ну и вот он буквально в паре минут ходьбы от первого спуска, второй более комфортный. И вот мы в конечной точке нашего маршрута на водопаде «Неожиданный». Кстати, этот водопад и водопад Тигровый были открыты в 1902 году группой, которую возглавил известный путешественник, писатель, исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев. Два туриста. На водопаде «Неожиданный». Водопад «Неожиданный» или «Горбатый» расположен на левом притоке реки Стеклянухи. Ручье «Левый Горбатов ключ». Высота водопада, по разным данным, от 8 до 13 метров. Это самый высокий водопад Шкотовского плато. Памятник природы регионального значения с 1987 года. Совершенно неожиданно для нас водопад «Неожиданный» оказался замерзшим в это время года. Зато я могу стоять прямо посередине, в том месте, где обычно течет вода. И это еще одно место, где можно сделать красивые фотографии. Водопад «Неожиданный» считается самым высоким и самым посещаемым среди всех шкотовских водопадов. А еще он носит название «Горбатый» из-за того, что находится на ручье «Левый Горбатов ключ». А «Неожиданный» он, потому что встречается неожиданно на пути. Хотя шум от него мы слышали за полкилометра. Народные забавы. Как катаются с горок профессионалы? Ну, эффектненько. Так, теперь я. Мне место очень понравилось. Вы обязательно должны увидеть его. И вот та самая изюминка водопада «Неожиданный». Эти каменные карандаши. Кстати, это же одно из самых популярных здесь мест для фотографирования. Здесь наглядно видно, как карандаши со временем осыпаются, образуют такие насыпи. Выглядит очень живописно. Это, конечно, изумительное зрелище. Да, в общем-то, только ради них уже сюда можно приехать и эту красоту запечатлеть, посмотреть. Скалы, которые окружают водопад, в народе называют карандашами. Они имеют вулканическое происхождение. Вся местность Шкотовского плато была образована в результате извержений вулканов. Скалы шестигранной формы появились в результате остывания и кристаллизации базальта. Настала моя любимая часть похода – это пикник. Горячий чай обязательно с медом и вкусняшки. Дея! Держи себя в руках. Ну что ж, друзья, наше путешествие к водопаду «Неожиданный» подошло к концу. Но мы продолжим исследовать Приморский край и показывать вам его красоты. С вами были два туриста. Из Владивостока до водопада «Неожиданный» расстояние составит 117 километров. Время в пути около 2 часов. Для путешествия лучше выбирать внедорожник. Расход топлива примерно 20 литров в обе стороны. Необходимо двигаться по трассе Владивосток-Партизанск. В районе села Центральное повернуть налево на грунтовую дорогу. По ней проехать еще 9 километров до площадки с информационными табличками. Далее по тропе пешком вниз около 200 метров. Перейти реку и спуститься к водопаду. С собой рекомендуется взять репеллент, аптечку, чай, перекус и воду. Обязательно наличие трекинговой обуви.